Над волной ручья ловит стрекоза собственную тень. В старом школьном зале мастер в камуфляже ломает кости ученикам. Приветствую вас, манящие африканские мороженки! С вами Федорович, а сегодня вы узрите парочку реально достойных ребят, которые покажут вам очень рабочие и практичные приемы, особенно для диванных пельменей. Ну а пока вы будете наблюдать за мастерами, я начну набирать массу мастера. Как тело движется? Я тело двигаю, вы двигаете руки, а я двигаю тело. Есть люди, которые так много откладывают на черный день, что ждут его с нетерпением. А есть мастера, которые так много уничтожали ни в чем не повинной провизии из всех холодильников, до которых могли дотянуться, что им пришлось создавать новый, смертельный стиль единоборств – лежачий пельмень. Это невероятное боевое искусство позволяет лежа на бархатистой травке ломать кости десяткам противников, у которых возникло непреодолимое желание украсть тапок мастера. Именно поэтому они все время трогают его за святую пятку. Теперь вы, великие эксперты продавленных диванов, можете стать поистине непобедимым. Если бы все были умными, некому было бы пасти коров. А если бы все стали мастерами, некому было бы у них учиться. Но есть мастера, авторитет которых просто несокрушим. И великий, солнцеликий, смертельно разящий, когти уничтожающий и крылья махательный чкарек – один из них. А его новая, секретная техника, гуся в поклоне разящего когтем, очень вам понравится. Трудно. Наш человек славится своим невероятным умением найти выход из любой самой сложной ситуации. Но еще больше он славится умением в эту безвыходную ситуацию засунуть свою жопу. А есть мастера, которые показывают невероятные приемы, казалось бы, от самых простых ударов. Ты стой и не падай. Значит, задача. Опа. О, а моя задача тебя уронить, понятно? Значит, когда бьете, сам оппоненту падать не надо. Надо, опа, стоять. О, а моя задача, ну я в пределах так разумного. Ну да, давай. Фух, о, она разбивается, понятно? А я одну руку кинул. Можно одну? Две кинул. О, помягче можно кость? Значит, тело должно у вас помягче быть. О, кулак разбивается об пол? Пошла я, опа. О, видно, я присел. Значит, руки закидываем, кидаем, давай еще. Она пошла, и раз, фух, во. Если золото упадет в грязь, оно не станет грязью. А если вы изучите эти приемы, обязательно станете мастером. Конечно, многим из вас может показаться слишком жестоким ломать кулаки противника об пол. Поэтому мастер придумал более щадящие приемы от таких ударов. Я раз движение, здесь сюда я провернул вот этой частью тела. Диаметр какой? Такой. А можно пальцем провернуть? Бить. А смотрите, опа. Я провернул пальцем. Пальцем. О. Видно, нет? Да. То есть вот этого достаточно. Не надо никакой. Тогда у вас, вы если правильно сделаете, у вас таз правильно включится. Бей. А я и здесь крутанул. Я и здесь вот этим пальчиком крутанул. Ну, мне так удобно, но я на всякий случай, вдруг, чтобы за руку там поймать, там, ну, то есть, я имею в виду, что-то, защип какой-то сделать, ну, синтез идет. А теперь я раз, смотри, вот так пальцами, видно, вот этими сделал. Значит, не важно, чем вы крутить будете, бей медленно.
А я мизинцем могу вот этим крутить, смотрите. О. Я и это, отхожу, даю место. О, куда я должен крутить, Вить? Вот эту руку сюда. А сам раз, пожалуйста, вот смотрите, вот давай. Чеку раз. О, падай, пожалуйста. Место ему должны освободить. Движение. Раз. Опа. Провернули. За волосы, да? Значит, я раз провернул, за ухо, видно? Я раз. О. Можно за ухо? Можно. Теперь, Витя лысый, можно вот здесь прокрутить? Все, волос нет, да? Давай дальше. А здесь за шкирку можно? И значит, все. Оп, а здесь проворачиваем. У нас же еще руки есть, поэтому я раз, во, оп. А я пальчик из компрессионно выбил, видел? Как синоптики никогда не ошибаются с прогнозом погоды, они просто путают время и место, так и мастера всегда убивают того, кого хотят. Просто иногда они оттягивают его смерть до старости, пока он сам от нее не умрет. Но есть очень секретная, очень невероятная школа, которую я вам сейчас покажу, где после каждого приема мастера учеников нужно срочно откачивать. Поэтому используйте эти приемы очень осторожно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой стиль выбрали вы, смертельного лежачего пельменя или орла в тени гуся. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так. Подрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключицы, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Отжимы. Атака слева. Атака справа. Атака слева. Атака справа. Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, в атаке на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успеваете, это убит.